Таких коробок несколько десятков. В них все необходимое для бойцов, там, на фронте. Этот гуманитарный груз передали 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку. Мы не первый год помогаем фронту, помогаем нашим военным. В очередной раз мы собрали определенные подарки, можно так сказать. То есть это медикаменты, это спецоборудование, а также средства разведки. Спецоборудование, о котором идет речь, это так необходимые бойцам квадрокоптеры для ведения разведки, а также средства связи. Гуманитарную помощь собирали совместно представители энергосбытовой компании и Рязанской городской думы. Мы отправляем сейчас и кроме медикаментов, которые были востребованы по списку, то есть нам передают список определенный, мы еще передаем перевязочный материал, ДС-средства, там лангеты, какие-то приспособления, медицинские приспособления для того, чтобы облегчить труд как медицинских сотрудников, так и облегчить участь и тех, кто раненый, кто получил ранение. В самом 137-м полку гуманитарка надолго не задержится. Груз практически сразу передадут ребятам на фронт. Вся необходимая помощь в кратчайшие сроки будет доставлена бойцам, которые находятся на передовой, чтобы они выполняли свои поставленные задачи с наибольшим качеством. Большое спасибо хотим сказать за оказание помощи. Илья Шишкин, директор ООО «РГМЭК», рассказал, что гуманитарная помощь бойцам полка оказывается регулярно. В этом году это уже шестая. Предметы для гуманитарки формируются также по запросам бойцов, но часто с дополнениями. Так недавно парням передали автомобиль «Газель», и останавливаться, говорят, не планируют. Следующая заявка от бойцов вот-вот прибудет.